память великого австрийского композитора в Ульяновске проходит музыкальный фестиваль. Артисты симфонического оркестра под руководством приглашенного дирижера Фабио Мастранджело приготовили интересную программу, состоящую из произведений Вольфганга Амадея Моцарта. Приятно, что уже второй фестиваль. Это значит, что первый фестиваль прошел успешно и что публика жаждет музыку Моцарта. А кто не жаждет музыку Моцарта, с другой стороны, да, это до сих пор я думаю, что Моцарт – это единственный гений, который жил на земле. Дирижер и художественный руководитель фестиваля отмечает, музыка Моцарта – хороший спортзал для музыкантов, ведь произведение классика – это феерия эмоций, ритмичности и артикуляции. Музыка настолько точна, что слышна даже самая мелкая ошибка. Это дисциплинирует оркестр. К слову, первый концерт симфонический отыграл идеально и при полном зале. В этом сезоне компанию нашим музыкантам составили молодые, но уже состоявшиеся солисты. Иван Папаян, лауреат международного конкурса имени Рахманинова, впервые в Ульяновске. Вместе с нашими музыкантами они исполнили концерт номер 24 для фортепиано и оркестра «Ля мажор». Это очень светлая музыка, даже вторая часть, которая очень трагичная, но это, если можно так выразиться, светлый трагизм. Мне очень нравится этот концерт. Ну, про Моцарта трудно что-то говорить, на мой взгляд, как и, собственно, про всю музыку. Лучше ее просто послушать. Яков Дзедик – артист оркестра Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл». Выступление с оркестром «Губернаторский» в качестве солиста для него дебют. Он исполнил второй концерт Моцарта. Второй концерт фестиваля состоится 11 января в Дворце творчества детей и молодежи. У поклонников оперного жанра есть возможность услышать знаменитые арии и увертюры из опер Моцарта «Волшебная флейта», «Дон Жуан», «Похищение из Сираля» и «Свадьба Фигаро». Анна Тищенко, Управда ТВ.